происходит? Где я? Что это за звуки? Куда бежать? Мы идем туда. А, нет. Ой-ой-ой. Нет. Не думаю, что само видео будет прям таким страшным. Ну и да, всем привет, с вами я, Угеймс, и сегодня я решил устроить прятки с подписчиками в билд-а-бот в стиле закулисье. Большое спасибо пирату за помощь в создании карты. Ну а перед тем, как мы начнем, не забываем ставить лайки и подписываться на канал, потому что я не смогу вас спасти от них. Ну, думаю, пришло время начинать. Так, начинайте прятаться, у вас есть 30 секунд, чтобы спрятаться в этих бесконечных коридорах. Давайте, 30 секунд у вас. 29, 28, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Огромный монстр начинает охотиться на вас. Так, у меня есть всего лишь 10 минут, чтобы всех вас найти. А, я кого-то там увидел. Мне кажется, это была ёлка. Где же он? Так, аха, MI4 Айкена попался. Все, одного нубика я, монстр уже нашел. Кажись, сегодня будет джетпок. Короче, вкусно поем я. Так, Сондра съели. Я видел тут еще. О, сразу двойной обед. Так, алиблогер. Я уже четверых нашел, а не прошло даже минуты. Давай, сдавайся. Вкусно сегодня этот монстр покушал вообще. Осталось только два человека. Я быстро всех нашел, только одна минута прошла. Где же вы спрятались? Просто все за друг другом прошли. Ага, еще одного нашел. Да, в бэкграунд. О, тут сразу двое. Давайте, один отвлекает монстра, другой бежит куда-то туда. Хорошая тактика. Куда джетпаком там полетел? Мне все равно не скрыться. Я тебя почти поймал. Куда ты? Все, злого гения я тоже поймал. Так, остался только один участник, 3 БС-трай. Что-то быстро первый раунд заканчивается. Так, где же ты спрятался? Ага, вообще, давай. Очень легко мне было тут выиграть, довольно вообще. До такого монстра играть очень даже легко. Хам, снова тебя съел. Так, куда ты убегаешь? Тебе и так не выжить. Все, вкусно сегодня монстра покушал, никого в живых не осталось. Так, получается, это была первая карта Backrooms, то есть первый уровень, закулисье. И я нашел всех за 2.5 минуты, что-то быстро. За 2.5 минуты я нашел всех. Что-то быстро первый раунд закончился, обычно он на прятках он идет побольше, там, то есть карта легкая. Так, давай сейчас будет тогда вторая карта. Кто будет монстр? Арти захотел стать монстром. Ты сможешь его водить? Нет. А что тогда? Попытаюсь. Зайди ко мне в команду. Как вам, страшно было хотя бы? Да. Когда на вас монстр бежит. Смотри, стань вот таким микромель. Так, потом туда садись и ставь 2 тортика. Один на себя, другой вперед. А куда тортики ставить? Смотри, на стульчик садись. И еще один вперед, вот так, ставь, так? Расфиксируй, да, расфиксируй. Сейчас я тоже расфиксирую. Так, сейчас у нас будет злой гений монстром, только тортики убери. На, вот тебе обычный и конфетка, на. Так, вот вторая карта, она вся, ну как сказать, это типа у нас ванная, где у нас бесконечные лабиринты, только ванная, в виде плитка и также вода. Думаю, тут спрятаться будет покруче, потому что тут больше нычек. Ну, тут довольно много где можно спрятаться. Так что давайте будем начинать. У нас тут две части карты. Сейчас я их, правда, не отделил. Там пират вторую дюпнул. Так, мне можно зайти. А во второй части карты у нас тут все то же самое, только все в крови. Почему так пират сделан тебе? Такой уровень вообще бывает? Я сейчас не знаю про Backrooms, надо написать в комментариях. Получается, можно на первый и на второй спрятаться. Вам решать, где прятаться. Все. Ух, что с чем? Бежали? А, ну не знаю, тут развалились немножко. Я же говорю, заброшенное. Уже никто не ухаживал 100 лет. Так, давайте прячемся либо в водной, либо в кровяной, не знаю, как назвать. Я спрячусь где-нибудь здесь. Что за мной идешь? Шпион, надо завести тебя в ловушку. У нас тут супер нычка, да, вообще, да, Сондор? Не, я пойду лучше в воде спрячусь, как-то в крови мне не очень нравится. Начинаем через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. У нас монстр не сможет есть. Так, давай Сондер прятаться где-то здесь. А можно я зачем? Я просто упал. Я не думал, что монстр у меня джетпак будет просить. Я не могу просто обратно залететь. На. Давай, залазь сверху. Так, вот и монстр появляется в этом уровне. Рекомендую нам спрятаться. Сондер, так не надо делать. Я знаю, так можно. Смотри теперь на меня. Осторожно, тихо. Иди сюда. Иди сюда. Прячьтесь. Ух, сюда. Мне кажется, нас сейчас троих найдет и все, и нам капец. Что? Нет, я монстр, но меня вниз тэпнуло. Опять джетпак? Да. Я его тебе больше не дам, все. Давай сюда другое место спрячемся. Вот всегда, вот, где вода появляется. Нам нужно... Иди сюда, смотри. Там, где кровь. Что? Иди сюда, смотри. Смотрю. Что? И все. Алиблогер, так нельзя. А как вы туда зашли? Вот, смотри, вот. Оу. Нашли алиблогера. Давай, убивай его, Арти. Читерить нельзя. За читы монстры убивают. Кстати, ты знаешь, Сондра, что если я сейчас уберу коллизию, то он прямо над нами будет. То давай в кровяную локацию бежим. Нет, давай. Да, я его обману. Вообще в другую. Пай, где вода будет? Побежали туда, где вода. Побежали. Меня тэпнуло. Что? Давай, тэпаемся. Все, я там, где кровь. Ага. Ой, мы портал сломали. А, так я ж тэпаться не могу, боже. Стой! Да я монстра видел! Я его сейчас взглядом с собой видел. Водите! Вот это. Так, можешь? Да. Давай, Сондра убивай. Нет. Так, блядь, я... Всё, ничего не знаю. Сондра, прячься нормально. Я вроде бы спрятался. Снова в каком-то коридоре. То, что опять ломает. Я ничего не ломаю. А, ля... Ёлка, так нельзя. Выходи отсюда. Что там ёлка сделал? Стой, вон. Ёлка, так нечестно, я сейчас тебя из пистолета подстрелю, выходи. Алиблогер, ай! Смотри, сюда монстры попались, бежим! Ой, блин, читы нашли, называется. Нет. Бегите! Я не за вами гоняюсь, я сам от вас убегаю. Да? Стой. Да. Надо в другую локацию бежать. Ой, он прям сзади меня, я вижу, вон. Почему у меня пистолет не стреляет? Потому что... Ай! Нет! 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 Я же мечом бить никого нет. не могу. Нет, нет, я застрял, нет. Нет. О, нет, нет, монстр меня поймал, все. А убери джетпак. Бежать. Нет, опять я в тупик зашел. Я сейчас монстр съест. Ай, все, я, наверное, уже проиграл, потому что он меня нашел. Нет, не убивай, можно я буду смотреть хотя бы. Ладно, монстр меня помиловал, потому что я камера, которая снимает его. Так, вон там ёлка, беги за ним. Вот он сразу двоих нашел. Какие-то прятки-догонялки. Вот кино выживание. Так, все, MI4IK уже нашли. И куда же дальше он направится? О, ёлка. Так, сколько людей осталось? Ёлку поймай, давай. Мне кажется, ёлка сейчас зайдет в тупик. Смотри, ёлка здесь где-то был. Ой. Нет. Ой. Ты прям рядом, да? О, все ясно. Тебя монстр нашел. Сейчас прострелит тебе тут все. Давай, хватай его. Даже монстр с огромными щупальцами ты сможешь. Все, Сондер, это ГГ, ты проиграл. Нет. А. Нет. Я ему сдался. Я ушел, ладно. Все, он тебя поймал? Ладно, только не два, я буду смотреть. Не, только один спектатор. Тебя сейчас съест монстр. Эпичным будет огонь. Ну что ж, прощай, Сондер. Ах, ты, блин, предатель. Включи. Арти, тут у тебя пару участников осталось. Вот, блин, Сондер вообще ПВП выключил. Не думал, тебя подстрелит. Что? Тут дырка в карте, даже две. Может тогда прибегнуть к секретным мерам? Сейчас, Сондер, ты тут застаешься навсегда. Хопс. А, ты... Нет, Сондер все уже закрыт, он не вернется. Как другие участники. Так, ты где монстр? Я... Куда? А, вот ты. Так, кто остался? Получается, ты поймал Алиблогера, Сондера, меня. Еще это. Так, остается тогда... Только Трибл Страйк. Он может быть, знаешь, где? В водяном уровне. Тут просто все в крови спрятались вообще незаметно. Как выйти? Как выйти, я сам не знаю, смотри. Вот выход. Сверху. Прикинь, я знаю, как за кулисами. Ой, блин, ходи, монстр. Ты можешь утонуть, я же говорю. Монстра утопили. Что за ловушка? Монстр, ты где? Я снизу. Как ты туда попал? Как мне наверх попасть? А зачем туда было залезать? Дай джетпак. Где я тебя выводи? На. Всемогущий оператор. А прям уж, я даже забаню тебя. За что? Да я не знаю, он сам. На, вылазь. Ай, ты меня, я застрял головой. Вылазь. Я Ой, блин, это что за, блин? Не монстра, а какой-то пугало. Пошли. Вот водяной уровень. Я вижу там алиблогера. Берите
Здрасте. Дай уберу. Что за, блин, монстр с 0 IQ? О, широкий алибогер. Попался. Я Все, монстр нашего алибогера. Давай, стой, по-честному, давай, остановись. Остановись, куда бежишь? Ладно, допустим, он спасся от тебя. Сейчас, подожди, ёлка, сейчас открою. Ну что там делать? Ну что, Арти, думаешь, куда пойдешь? Че такой быстрый? Так, нашел еще кого-нибудь? Мне кажется, в этом лабиринте шаштает алибогер. Бегает, странствует. Ты его нашел? Все, вот алибогер. Давай, я его сейчас задержу, чтобы он не читерил больше. Все. А чё я-то? Я наблюдатель вообще-то. Я ж конфетку, ты чё без конфетки? Давай, так его быстрее догонишь. Вон он там, давай. Совсем чуть-чуть ты его догонишь. Вон он бегает. Где же он? Алибогер. Ах, вон, использует читы. И совсем немножко хп у него, давай. Сможешь. Такой огромный монстр не может победить одного человека. Человека. А кто он? Ну, это очень такой большой человек, трудный. Он тебя скамит, смотри, ловушкой вот этой. Я блоки уберу, все, давай. По прямой догоняй его. Ай! Так, ты где? Ну что ж, ты, получается, нашел всех. И у тебя, знаешь, сколько прошло времени? Около... Если бы я не убивал 3 раза подряд алибогера. Ну, где-то 7-8 минут. А, он жив, смотри. Он живой еще. Догоняй его. У тебя осталось 2 минуты, чтобы его догнать. Я не могу пройти, да. Что случилось? А теперь я застрял. Ешь конфетку, на. Ты же этот враг, то есть сикер. Давай. Он где-то здесь спрятался. Я же говорю, алибогер и еще кто-то. Он где-то здесь, у тебя есть 2 минуты. Ух, вы меня никогда не найдете. Почему? Я спрятался. Читерские места нельзя использовать. Там, где кровяк. Кровяка? Что за кровяк? Вижу. Не каждый знаешь, где он? Я знаю, где он, смотри. Да я так вижу. Ай, нашли. Меня под карту выкинули. Вот же он! Ты что, вот так просто залез? Ай! Нет. Я сидел тут. А там же портал стоит. А я в другой команде. Так это твой портал. Это не мой. Это ловушка для монстра, получается. Кто-то там взял, поставил портал, у нас телепортируют, а его не телепортируют. Блин, вот такую нычку нашел. И чё, всё, ты погиб, да? Я да. Босса заскамили. Давай, у тебя ещё 1 минута, ты можешь продолжить так. Монстр, ты, получается, вот так сюда, да, просто залез? Вот тут, да. Смотри, такая штука, вот тут, типа, я делал проходы, но эти проходы сломались, и в них можно вот так просто залезть, и все, и тебя не видно. Блин, жесткая нычка. Куда убегаешь? Арти, заходи, смотри, вот. Вон. Где? А. Так, у тебя 1 минута осталась. Ты сможешь его найти? Да ты полностью вооружился. А, он опять в этой нычке. Бил. А все, он упал, все. А я его убил. Он утонул в крови. Видишь? А я его убил. Да. Ну, он тебе рассказал про свою нычку, так бы ты его не нашел, наверное. Нет, почему он не рассказывал? Я сам его нашел. Как ты его сам... Ну, хотя мы подозревали в конце места, а он потом его сразу спалил. Блин, ну реально он крутую нычку нашел, да? Угу. И ты его... Это... У него осталось мало хп, он убегал, и потом остатки меча какие-то его убили. Блин, это ж как круто вот так прячешься и все, да? Не видно. Я даже сам про эту нычку не знал. Да, ты уже умер. Я? Нет, я про ёлку. А, ну ёлку еще давно. Так, ну давайте тогда 3-й раунд, наверное, устроим. Я вот... Сондер, не хочешь поискать? Так. Сондер, ты будешь искать? Давай. Давай я карту заново загружу. Можно я не буду вставать, я и так думал. Ты? Ну, дай-ка анализ на монстра. Есть книжка с заклинаниями для убийств. Есть рога, есть крылья один. Страшные. Ты весь черный, но у тебя есть маленький лисенок. Не, это злой оборотень. Ладно, подходишь, давай. На, джетпак, бери оружие, давай. Так, все участники, забираемся на 1-й этаж. Туда, как и в 1-й раз, где мы там полчаса просидели. Погнали. Так, вот получается у нас наш 1-й этаж. Так, заходим, пока что не разбегаемся. Эй, зачем? Зачем ты это сделал? Так, и где мне этого злого гения теперь искать за тебя? Ай. Тебе не больно. Ты терминатор, блин. Ладно. Ну где Арти? О, все понятно, Арти уже здесь. Слушай, дай ему. Так, у нас 30 секунд, чтобы спрятаться. Давайте начинаем. Да, кого? Зачем? Как куда, блин? Да. Ну закулисье мы, все. Давайте. Сейчас я закрою проход. Давайте, прячемся. Где можно спрятаться в закулисье, когда за тобой бежит огромный монстр страшный, который убил уже 2 твоих отличий. Так, давайте. У нас этот, он уже может начинать даже искать. Я тебя открываю дверь. А что, если ты мне тут за. Так. Где спрятаться можно человеку, на которого все охотятся в закулисье? Даже не знаю. Сондер рядом со мной. Сондер. Ты знаешь, ты рядом со мной пробежал и не заметил?
Я тебя даже увидел, подумал, что ты меня сейчас застрелишь. Ой, кажется, тут у нас... так, вот Сондра охотится за всеми. Давай. Куда ты лез? Я в другом месте прятался. Давай, Алибогера. Все, ты уже двоих... меня нашли. Я точка. Без ПВП. Ну, короче, я тебя нашел. А, я без ПВП? Да. Нет, ты меня не нашел. Я вообще в таком месте спрятался крутом. Да, а передо мной только что кто-то Нет, стоял. Я тобой, потому что мне не видно было. Давай вернусь в свое крутое место. Так, я помню, елка убегала в другую сторону. Ты скольких человек нашел? Да, вообще без меня не читал. Потом кто-то тут стрелял из бушек, поэтому тут дырки в закулисье. Так, кто остался? Я ищу выживших. Я выжившие. Там. Ты? Я... Ай. О, попал. Кому? Так, о, где же елка? Я его найти не могу. Он мелкий карапуз. А! У меня оружие, самая защита. Уходи, монстр жестокий. Ладно. Куда уходи? Я просил по-хорошему. Я тебя не кушал, ты чё? За мной бежал. Елка, ко мне подойди, пожалуйста. Где? Или он все уже? Меня ух ликвидирует. Давайте, у нас этот, босс в отключке. Давайте встретимся. Ай, ты чё своим микрофоном? О, ёлка так круто спрятался вообще. Он с краешку карты вот так стоит, типа в уголку, потому что он маленький. Давай я рядом с тобой буду прятаться. Кстати, я тоже тут прятался, только я вот тут на открытой стоял, меня вот так Сондер прошел, не заметил. Ладно. О, давай, к нам, человек. Ой-ой-ой, ладно, давай, нет, к нам не иди, все, давай. Сломай вот это, не тебя... сломай. Я тут. Да, я сам заблудился в своем же лабиринте. Сондер, пусть тебя убьет, давай все. Злый гений, вы что там делаете? Давай, елка, другое место перепрячемся. Я думаю, нам тут долго не прожить. О, давай вот тут. Тут неплохо, смотри, мы в уголку карт. Где елка? Да, кажется, я сам заблудился в своем же лабиринте. Ой, я тебя видел. Тут Сондер. Сондер тут, прям рядышком. Я иду за ним. Давай, так, спрячемся. Давай, елка, за мной. Елка. Мы тут крутое место, смотри, он тут нас не найдет. Вот тут. Так, встаем и все. А, елка, давай выбираться отсюда. Мне тут не нравится. Я хочу экстрима. Столько это было. Ой-ой-ой. Сондер, осталась только елка. Я то шутка. Тебя не осталось. Почему? Меня еще не убили. Да? Где ты? Беги к спавну. Я вообще во втором закулисье так-то. Туда нельзя вообще. Ах, да? Да. Так, я снова на карте, чтобы посмотреть, что, чем занимается Сондер. О, кажется, он елку нашел, я их видел. Он мелкий карапуз, я по нему попасть не могу. У тебя 2 минуты осталось, знаешь. Конец-то, боже. Все, елку. Конец-то, боже. Все, елку поймали. Давай, осталось только Арти. Тебе надо его просто отогнать. За 2 минуты. О, жестко. Все. Жесткий челик ты. Хочешь, я тебе дам подарок? Пистолет, пули в глаз? Нет. Че? Да. Ну что в рот. За то, что меня убил. Так, ну что ж, у нас было 3 раунда. Четвертый, пожалуйста. Что? Только не четвертый. Нам 3 уже хватило. Почему мы не пойдем просто в режим в Роблоксе за кулисы и будем там проходить? А как попасть? Ну я не знаю, почему тут они. Че, в Роблоксе есть за кулисы? Да. Там я смотрел только 4 человека. Ну это проблемка. 4 человека, да? Да. Вот. Он какого-нибудь Сондера взять, вон, допустим, там какого-нибудь, или блогера. Какого-нибудь уха? Может, еще возьмешь. Ну, я имею в виду, ты с собой возьмешь. Какого-нибудь уха, а уха? Так это же ты к себе в команду набираешь.